В Покачевскую городскую больницу привезли новый компьютерный томограф. Он приобретен в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Огромная грузовая машина, с трудом маневрируя по территории медицинского учреждения, заняла место под разгрузку. Даже в разобранном виде томограф имеет внушительные размеры и вес. И вот один за одним огромные ящики перемещаются с помощью гидравлических тележек в специально подготовленное помещение. Очень переживает, конечно, врач, который будет работать на новом оборудовании. Несмотря на дождь, я активно хожу, вот смотрю. Я очень жду, когда начнется инициация, когда как новогодние подарки будут скрываться эти коробки, когда начнет подключаться оборудование, когда первый будет запуск. Я хочу это все зафиксировать, потому что это, ну, для меня это очень важно. Теперь для прохождения исследований пациентам не нужно ездить в другие города Лангепас и Нижневартовск. На монтаж и пусконаладочные работы уйдет не менее 3 недель. Но с учетом того, что все разрешительные документы готовы и подготовительные процедуры выполнены заранее, уже в середине июля планируется начать диагностические процедуры.